Жизнь свою я сам, наверное, загубил. Ведь рожденный был за светлое сражаться. Будь я Ленин, я бы Крупского убил. Будь я Энгельс, задушил бы нафиг Маркса. Я бы столько мог наделать светлых дел, я бы смог стать примером и героем, но героем быть, простите, не хотел. Хотел быть, извиняюсь, тамадою. Вот, к примеру, говорю, наливай. Ну и Вася пусть, к примеру, наливает. Сразу Али какой-нибудь чипает свою рюмку, словно шашку поднимает. Все сидят, как будто рюмки наголо, и глаза горят взволнованно и смело. И такое понимание за столом, как сказал бы самый грамотный, у целом. И под это под внимательное зрение я встаю и говорю стихотворение. Мне стих хотелось написать, хороший стих, не по заказу, чтобы мог его рассказать, и все заплакали бы сразу. И стал бы некий старичок, и так стал держать за сердце, ведь он, товарищ, прочел всей нашей жизни квинтэссенцией. Я той эпохи сторожил, я 90 лет живу, я столько в жизни пережил, но это не переживу. И белый, словно полотенце, подтяните истошный вой, упал бы он, держась за сердце, к моим ногам, как рядовой. Я не пишу таких стихов. Мне очень жалко стариков. Спасибо.